Команд 65-222. 16-й год. Их две единицы. Вот данный вариант — это у нас с двигателем Евро 2. То есть переоборудован. И в этом есть кондер. А тот Евро 4, у того кондера нету. Оба они 16-го года. Можно сказать, с одним хозяином. Мы вторые. Вот. Их стоимость. Их стоимость 4 100 000. Это по безналичному расчету. По наличному расчету 4 миллиона. Резина Мишлен. Что у нас здесь? Здесь у нас тахограф, магнитола, сиденье пневмо, ПЖД, кондер. С палкой. Крыша обычно 105-я. Кабина рестайлинг, на подушках, кузов усиленный, 16-кубовый. Получается, вот на средней оси Белшина, на задней впереди Мишлен. Мосты КамАЗ. Подогревом. Кузов 350 литров.